Мама, ты сильно напугала меня. Ты вчера потеряла сознание, пришел доктор. Ты всю ночь спала, все нормально? Нормально. Нормально. Мама, ты вчера хотела мне что-то сказать по поводу Эйлюль. Что происходит, мама? Что ты собиралась мне сказать? Как я скажу ему? Как я скажу, ты не мой сын. Тебя родила не я. Тебя родила Нуран. Как я скажу ему? Мам, что происходит? Можешь сказать? Да нет, ничего. Да все нормально со мной. Мама. Ну а это что, мама? Что это за папки, а? Там внутри фотки Эйлюль и ее родителей. Что происходит, мама? И подписи каких-то детективов. Раз уж ты не говоришь правду, я найду этого детектива и узнаю от него правду. Да ладно, подожди ты, ладно. Ладно, подожди, Ягус, я все тебе расскажу. Сядь, ну же. Сядь, пожалуйста, Ягус, сядь. Мама. Что происходит, мама? Ягус. Сынок. Я не твоя биологическая мать. Твоя настоящая мама, Нуран. А я настоящая мама Эйлюль. Твой отец хотел, чтобы у него был сын. Я поняла, что если я рожу дочь, то он разведется со мной. У меня не было другого выхода. А наша Розье на тот момент работала в больнице. Я пошла к ней. Я попросила у нее помощи. Я попросил ее поменять детей. Тебя дали мне. А Эйлюль взяли... И отдали твоей семье. Ладно, все, молчи. Боже, хватит. Как это может быть? Я знаю, я поступила очень неправильно, сынок, на мне грех. Я знаю. Я изменила твою судьбу и судьбу Эйлюль. Но я была неопытной, мне было очень страшно. Пожалуйста, пожалуйста, ребенок мой, посмотри на меня, посмотри на меня. Как ты могла скрывать все это столько времени? Как ты могла так подло поступить с Эйлюль, мама? Ты знала, что у тебя дочь, как ты могла так поступить? Я не знала, что она моя дочь, дитя мое, не знала, понимаешь? Если бы я знала, думаешь, я позволила бы такому произойти, а? Разве взяла Милек, привела ко мне и сказала, вот, это твоя дочь. Я поверила ей. Поэтому я и хотела свести вас с Милек. Да, хорошо, не я тебя родила, сынок. Но я тебя вырастила. Ты мой ребенок. Сыночек, посмотри на меня. Пожалуйста, пожалуйста, не отворачивайся от меня.
Как это может быть? Сынок. Пожалуйста, прости меня, Ягдес. Не извиняйся передо мной. Не извиняйся передо мной. Иди извиняйся перед Эйлюль. Пускай тебя она простит. Если она не простит меня. Да, Сейфо. Отец Яшар вышел? Отлично. Что знает Курай? Что? Разве можно делать глупости против Эйлюль? Хорошо, я немедленно отправляюсь туда. Хорошо. Сынок, что случилось? Нам нужно срочно к Эйлюль. Я построил ловушку Кураю. Сказал ему выпустить Яшара. Сказал, если он это сделает, то и я тебя выпущу. Отец Яшар сейчас вышел. А Курай будет гнить. Гнить в этой тюрьме. Курай знал правду о нашей махинации. Если он сказал об этом Розе, и Розе знает правду, она может попытаться навредить Эйлюль. Доченька,